мы не можем покинуть Олимпийский стадион, где 60 тысяч уже давно хотят покинуть арену. 0-3 Рома проигрывает Баварии и к мячу подобраться не может. Ну, это реально катастрофа. Слушай, Мюллер еще не забивал. А он Робин открылся. Робин! Ой-ой-ой. 4-0. Ой-ой-ой. Какой кошмар. Я просто представляю, что сейчас творится, например, в душе Франческо Тотти, который как-то на старости лет привык, что его команда вроде бы соответствует его духу внутреннему. 0-4 дома, даже от Баварии. Я все-таки сказал бы, на излете карьеры. Насчет старости лет, это ты. Ну, да, это я все, конечно. Лет человеку, какая старость. Извини. Второй мяч забивает. И, судя по всему, это еще не конец, потому что Ромы в защите просто нет.